Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Жан-Марк Натье, французский живописец, родился в 1685 году в семье художника. Его отец Марк Натье был портретистом, а мать писала миниатюры. Его брат занимался созданием картин по историческим мотивам. Первые уроки живописи Жан-Марк Натье получил от своего отца, а затем посещал курс рисования в Королевской академии. В 15-летнем возрасте Натье был удостоен первого художественного приза Парижской академии. По заказу короля Людовика XIV Жан-Марк Натье писал репродукции картин Рубенса из серии «История Марии Медичи», картинной галереи Люксембургского дворца. Отправился в путешествие в Голландию, встретился в Амстердаме с Петром I. И по его заказу написал портреты царя и российской императрицы Екатерины. Они находятся в Эрмитаже в Петербурге. Петр предложил Натье покинуть Францию, уехать с ним в Россию, но, ссылаясь на свою любовь к родине, художник отклонил это предложение. Натье провел практически всю свою жизнь в Париже. По заказу Петра художником была написана картина «Битва при Лесной», отобразившая два знаменательных события Северной войны. Сам император этих полотен не увидел. Картины были привезены в Россию уже после его смерти. После возвращения в Париж художник написал картину на мифологический сюжет «Персей, обращающий в камень Финея», которая была признана удачной, и автору присвоили звание академика. С начала 30-х годов 15 века Натье является семейным художником Орлеанского дома, а в следующее десятилетие был назначен главным портретистом Королевского дома. Я цитирую Википедию. Жан-Марк Натье является создателем нового стиля живописи – исторического портрета. Картины Натье обожествляет и идеализирует образ женщин, которых мастер изображал на своих холстах, облаченных в одеяния мифических персонажей. Картины его хранятся в Лувре, Версале, Эрмитаже, Пушкинском музее Москвы, Дрезденской картинной галереи и в других многочисленных художественных музеях мира. Многие картины художника находятся в частных коллекциях. Умер Матье 7 ноября 1766 года в возрасте 81 год. Ну вот так вкратце о французском живописце Жане-Марк Натье. Пока-пока, до свидания, смотрим картины.